привет! Дорогие друзья, с вами снова Таня Маева, и это «Быстрый фитнес». Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы рассмотрим комплекс упражнений для груди. Вы часто задаете вопрос, можно ли увеличить объем груди. К сожалению, нет. Но мы можем ее сделать подтянутой, упругой и спортивной. Сегодня я вам покажу комплекс упражнений, которые вы можете делать даже в домашних условиях. Ну что, поехали? Первое упражнение. Сводим ладони и вжимаем руки друг в друга. Максимально напрягая мышцы груди. Не забывайте о дыхании. Во время напряжения постарайтесь на секунду задержать положение. Такое упражнение мы выполняем в течение полминуты, после чего переходим к следующему упражнению. Ладони перед собой. Выполняем сведение и разведение локтей. Опуская ладони то вниз, поднимая вверх. Дышите. Выполняем это упражнение в течение 30 секунд, после чего сразу же переходим к следующему упражнению. Для следующего упражнения нам понадобится опора. Я выбрала мяч. Вы можете использовать либо кровать, либо стул, любую опору. Принимаем упор лежа, руки на опору и выполняем отжимания. При поднятии делаем выдох. Выполняем это упражнение в течение 30 секунд. Это у нас облегченный вариант. Переходим к более сложному варианту. Принимаем упор лежа. Руки шире плеч. Вы можете делать как с колен, так и с упора стоя. Разводим локти в стороны. Делаем. Ну что, закончили это упражнение? Мы делали его 30 секунд. Обязательно следите за тем, чтобы туловище у вас было как одна планка. Вес тела переходит на руки. Сейчас мы переходим к более сложному варианту. Мы будем выполнять отжимания с прямых ног. Обязательно напрягаем ноги, ягодицы, спину. Мы также выполняем в течение 30 секунд. И последнее, самое сложное упражнение. Для этого мне понадобится опора. Я выбираю бол. Вы можете использовать любую другую опору. Принимаем упор лежа, ноги на опору.
упражнение мы также выполняем в течение 30 секунд. Это очень сложное упражнение. Следите за техникой. Следите также за своим дыханием. И если у вас неподвижная опора, то вам будет делать немножко легче. Переходим к следующему упражнению. Для него мне понадобится более маленькая опора. Выполняем также отжимания. Выполняем это упражнение в течение 30 секунд, после чего переходим на другую сторону. Для более легкого варианта вы можете выполнять отжимания с колен. Но не забывайте про технику. Ну что, на сегодня мы заканчиваем свой комплекс упражнений. Не сдавайтесь, занимайтесь, у вас точно все получится. С вами была Таня Маева, это Быстрый Фитнес. До встречи, пока-пока!